один автобус, а там ты другой ставишь. Алло. Алло. С голосованием просто приходили, пока не могли там целую портянку принесли на голосование. Я поняла. Ну да. Просто чтоб к ним не таскаться, пришли и ладно, проголосуем. Ну да, понятно. Проголосовали? Проголосовали, да. За кого голосовали-то? За Единую Россию мы голосуем всегда. А да, чё? Мы при них неплохо живем. Ну а что? Куда? Есть альтернатива, что ли? Ну а добра не ищут, так что... уже нужно смириться, что есть, на что мы повлиять можем. Да, на самом деле. Нина Петровна, смотрите, у вас вчера в заказе был плед «Травка», сегодня покрывало «Пэтчворк». Да, потому что я сначала-то я просто объясню. Я хотела сначала «Травку», потом думаю, нет. Посмотрел сегодня, поинтереснее вот этот «Пэтчворк», все-таки думаю. Да, поинтереснее. И «Травка», она где сомнется, что у нас и коты, и собака дома, и это. Да, смотрите, «Пэтчворк», там еще это две наволочки у вас будет. Хорошо, Нина Петровна, скажите вашу фамилию, пропишите, пожалуйста. Подыбаю, Нина Петровна. Подождите, фамилию не спешите. Пока только фамилию продиктуйте. Подыбайло. Подыбайло. Б-б-байло. Подыбайло. Да. Нина Петровна. Да. Куда отправляем, где проживаете? Значит, город Саранск. Город. Ой, это свекровь у меня там, извините, совсем я это... Самара, проспект Ленина. Так, улица. Саранск, что-то нам свекровь про меня вспомнила. Проспект. Ленина, да. Дом 16, квартира 17. Дом 16, квартира 17. Ваш почтовый индекс 440. У нас там на Новосадовой почта. Ваш почтовый индекс 443-110. Да, наверное. Пересылка из Москвы к вам будет стоить 550 рублей наложенным платежом. То есть 2990 ваше покрывало, 550 доставка, 3540. Ага. Большой процент у вас там возьмут наложенного платежа за то, что ваши деньги отправят к нам. В вашей посылке, кроме вашего покрывала «Пэтчворк», будет еще красивое 100% хлопок полотенце размером 50/90. Ой, спасибо. Это вам к Дню Москвы, к дню рождения, вот такой подарок. День рождения отмечает Москва, подарки получает вся Россия. Ну это хорошо. Когда мы вашу посылку сформируем, мы на ваш номер телефона пришлем трек-номер. По трек-номеру у вас будет возможность отслеживать посылку самостоятельно, либо ждите извещения. По извещению пойдете заберете. Только не подведите, обязательно заберите. Потому что нет, скажу, нам вон это самое, Путин по 10 тысяч дал, я вот теперь трачу, да. Да, нам пенсионерам дал по 10 тысяч, говорит, и теперь вон эти депутаты внесли, и будут, наверное, каждый год по 10 тысяч нам вот такие подарочки давать, я буду закупаться, себе уют дома создавать. Может, еще собаку одну заведу. А стулья нужны вам? А? На стулья нужны вам? Есть, пахты-то они. Да. Я думал только одно, чем сможем пахты заказать. Ну, давайте вот на 6 стульев мне, пожалуйста. Да, ну стандартные, у меня стандартные, там они 55 сантиметров. Скажите, пожалуйста, какого цвета вы хотите чехлы? Ну вот под сильшим такой вот к этому к пледу почвор, чтобы подходил, чтобы у меня не был как это. Разноцветанщина. Смотрите, у вас просто пэтчворк идет такой, там как геометрия, несколько цветов идет. Ага. А стулья, они идут однотонные, поэтому, говорю, смотрите, есть серые, бордовые, бирюзовые, очень красивый цвет молочный, красивый такой. Я светлый не хочу, потемнее мне какой цвет, вот подберите, девушка, на ваш этот. Слушайте, вкус. Темно-серый есть, очень красивый. Ну вот давайте темно-серый, вот это как-то получше, а молочный что, туда... По 590 рублей за чехол устроит вас. 590 устроит, да.
Да, смотрите, 6 штук тогда вам вкладываю, это цвет антрацит темно-серый, но качество обалденное, уверена, вы останетесь довольны. Смотрите, тогда 6 чехлов по 590, 3540. У вас получается вместе с доставкой сумма 7080, но у вас там возьмут еще небольшой процент наложенного платежа. Ну, я знаю. Ваши деньги к нам отправят. Если у вас какие-то вопросы возникнут, мы работаем в круглосуточном режиме, Нина Петровна, звоните в любое время, поможем, расскажем, на все вопросы ответим. Ага, хорошо, хорошо, да. Все, тогда ожидайте, всего вам доброго, только не подведите, заберите. Хорошо, скажу, да. Хорошего дня вам, до свидания. Да, до свидания. Алло. Здравствуйте, Нина Петровна. Слушаю вас. Вас беспокоит служба доставки. Меня зовут Ксения. Уведомляю вас о том, что ваш заказ доставлен и готов к выдаче. Скажите, пожалуйста, когда угодно будет получить заказ вам? А какой именно заказ? У меня несколько заказов в этом месяце. Заказ вам пришел налоговым платежом, это покрывало. Какие покрывала? Покрывала у вас здесь чехлы. Налоговым платежом из Москвы пришла посылка. Из Москвы? А что мне с почты не звонят, а с другого номера? Это служба доставки. Москва беспокоит вас. А скажите, там вот, смотрите-ка. Там, значит, так. Это мир чехлов, да? Да, мир чехлов. Из магазина, интернет-магазина «Мир чехлов» вам пришла посылка. Ага. Вот. Я вот, значит, на сайте смотрю. Компания «Орубин» «ИННН» 77-150-10-01. Вот. А отправитель у меня какой-то Морозов. Ну, у нас несколько руководителей, поэтому приходит посылка. У вас руководитель кто там? Мороз, у вас руководитель? Этом... Ну-ка, я сейчас посмотрю. Как раз посмотрим. Посмотрим. Вот, я сейчас ввожу ИННН. Так, значит, ИННН 77-150-10-01. Вот. Сейчас посмотрим. Тут вот сервисы есть. За честный бизнес. Ага, вот. Сейчас посмотрим. Так, не тот. Сейчас. Вот он. 97-153-81-12-09. Это я это уже в налоговой проверял вот вашу компанию. Сейчас, секундочку. Так. Что ж вы не проверяете, когда вы оформляете? Вот, я подожди. Нет, я просто записал себе блокнотик. Вот сейчас я веду. 97-15. Так, 97-15-38-12-09. Да, вот он самый, Орубин. Так, вот ввожу. Сейчас посмотрим, кто там. Морозов или кто? Руководитель. Вот. У нас несколько руководителей, поэтому вот, посылка смотрите. Вам пришла от одного из них. Угу. В результате проверки сведения о юридическом адресе признаны недостоверными. Это по данным ФНС. Вот я как раз через ФНС проверяла. Так, основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Это что это? Это не магазин «Мир чехлов». Компания находится в юридические лица, имеющие взыскиваемые судебными приставами задолженность по уплате налогов по данным ФНС. Вот, послушайте, так, идем. Наша компания уже более 10 лет занимается делами. О чем вы говорите? Какой строитель не делает? Руководитель. Вы, не вот смотрю. Посылку, подожди, вот руководитель. Нет, завидую, Елена Викторовна. Оплачиваете доставку. Ну, конечно. А вот Эфендиев, вот тут вот мелькал. Так, сейчас мы, там какой-то он. Так, Эфендиев. Село каком-то зарегистрирован. Также он в Wildberries выставлен легально. Это его склад-то, с его склада пришли мне вот эти, да, чехлы? Да? А что же? Рубин пишет, да, Рубин пишет. Это согласно статье 26.1, пункт 2, недостоверная информация. Я вас не могла идентифицировать как продавцов.
Вот, а посылка недостоверной информации, и пришла, значит, мне посылка не от той компании, где я заказывала. То в таком случае я отказываюсь от посылки. Я имею право это сделать. Доставка у нас платная. Нет, это ваш коммерческий